Сергей Ариев, Альберт Штейн. Чипирование и зомбирование россиян на примере Москвы. Умный город 2030. Мало кто из москвичей, а уж тем более жителей других регионов, заходит на сайт мэра столицы. А зря. Там можно узнать много интересного, например, о том, что чипы входят в программу Москвы «Умный город 2030». А также то, что ложь – главный принцип при построении этого самого умного города. Вот что, в частности, говорится в статье «Человеческий и социальный капитал». Москва в 2030 году – это умный город, основная задача которого заключается в развитии человеческого капитала. Для ее решения будут созданы условия и возможности, которые позволят каждому жителю определить и реализовать свои жизненные приоритеты. При этом основной принцип «равные возможности для каждого» будет реализован за счет применения цифровых технологий. Как же будет работать данный принцип о равенстве, если далеко не все люди хотят, чтобы к ним эти самые цифровые технологии применялись? О каком равенстве идет речь? Естественно, о принудительном. Всем людям в обязательном порядке предоставят эти равные права, а если они не захотят, им отключат газ, а точнее перекроют кислород. Избудется тогда пророчество или, иначе говоря, сценарий, прописанный программой «Судьба», записанное в апокалипсисе, никому нельзя будет ни покупать, ни продавать. Откровение 13.17, потому что, обеспечивая равные права, мэрия Москвы собирается заставить жителей столицы, буквально, жить и спать с компьютером в кармане. Но ведь есть люди, которые не пожелают так жить и будут выкинуты из цифрового общества, при этом их лишат всех благ, которые предусмотрены для рабов собянинского электронного концлагеря. В пункте 1.3 «Социальная сфера» говорится следующее. Расширение сферы применения цифрового идентификатора для предоставления социальной поддержки жителям. Трансформация социальной карты в смарт-карту – единый цифровой идентификатор для получения сервисов и услуг, в том числе для проведения коммерческих транзакций. Расширение количества льгот и услуг, предоставляемых по единому цифровому идентификатору. Цифровой идентификатор. Вдумайтесь, что это означает. Неужели непонятно, что в планах у этих лиц на ваши жизни? Людей хотят как стадо загнать в загон с полным контролем. Постепенный отказ от использования физических носителей и переход к идентификации жителя по биометрическим данным, а это уже внедрено в банкоматах Сбербанка и станциях метро. Предполагается создание единой цифровой платформы, куда передадут данные из различных разрозненных баз, юридических, городского социального обеспечения и некоммерческих благотворительных фондов. Корни нового мирового порядка расползаются по всему миру, как грибница, окутывающая своими щупальцами каждый город. И это не обойдет и тебя, друже, если люди думают, что за пределами мегаполиса они спасутся, то дойдет и до них. Щупальцы этой плесени слишком длинные. Хотите изменений, действуйте все. Только всецелая активность, единение способны остановить их планы. Будет установлена слежка за людьми, что, где и как они покупали и какими услугами пользовались. Для этого будет создан электронный ресурс, предназначенный для заказа, бронирования и получения услуг. К этой системе будут подключены поставщики социальных услуг, как государственные, так и частные, которые смогут через эту платформу получать заявки на бронирование и оформление заказа. Как поставщики, так и получатели услуг смогут использовать платформу для ведения документооборота, выставления и оплаты счетов, заключения договоров и другие. Особо хочется остановиться на таких моментах, как оцифровка. Читай «Уничтожение» на сайте inform-relic.ru, так вот, утилизация здравоохранения и образования, а также чипирование людей и зомбирование школьников. Создатели программы утверждают, дистанционное медицинское обследование и дистанционное образование помогут самостоятельно жить и социализироваться людям. Сообщается, что уже создан цифровой единый реестр медицинских работников, а также в ряде учреждений здравоохранения города Москвы внедрена электронная медицинская карта ЭМК, создан единый справочник лекарственных препаратов, который используется в медицинских и аптечных информационных системах. В скором времени на основе данной электронной платформы будут вестись электронные истории болезней и генетические паспорта. В России в ближайшие годы введут генетические паспорта. Об этом говорится в указе, подписанном президентом Путиным. Документ предусматривает не только генетическую паспортизацию населения, но и создание целого национального банка сывороток крови и разработку системы мониторинга инфекционных заболеваний.
Мы видим, что не просто персональные данные москвичей будут записаны в единой базе, но и полностью отсканированы в генетический код, что позволит при утечке данных из этих баз создавать новые и новые вирусы, которые будут поражать людей именно на генетическом уровне. Итогом геномного сканирования станет разработка генетических цифровых платформ и их наполнение картами генных сетей с индивидуальными проблемными дефектами, которые будут служить источниками данных для анализа научных исследований, образовательных программ вузов и машинного обучения, сообщается на сайте Собянина. То есть мы видим, что даже не нужны никакие утечки данных, генетические цифровые платформы будут предоставляться ученым и студентам для анализа и научных исследований, чтобы потом на людях проводить генную терапию и редактирование генома. Забегая вперед, скажу, что кроме нас есть люди, которые также считают некоторые из планов этой программы туфтой, но об этом чуть позже. А вот и самое интересное, что записано в пункте «Дистанционная диагностика и мониторинг состояния здоровья». Там говорится о том, что круглосуточный мониторинг здоровья москвичей посредством носимых беспроводных устройств позволит якобы повысить качество и оперативность оказания медицинской помощи, в том числе малоподвижным пациентам и пациентам с хроническими заболеваниями, а также снизит нагрузку на лечебно-профилактические учреждения. Вот, как раз эти носимые беспроводные устройства и являются теми самыми конспирологическими чипами, о которых власти пытаются умолчать или высмеять тех, кто пытается о них говорить открыто. Об этом открыто говорится в этой программе. В пункте «Носимые и вживленные в организм медицинские цифровые устройства» говорится следующее. Получат дальнейшее развитие носимые цифровые медицинские устройства и умная одежда, что будет поддерживать стремление москвичей к ведению здорового образа жизни и типа способствовать предотвращению заболеваний. То есть помимо чипов, вживленных в тело, будет якобы еще и умная одежда. Носимые устройства, датчики и сенсоры в одежде горожан будут заблаговременно подавать сигнал в городскую медицинскую информационно-аналитическую систему о предполагаемом ухудшении состояния здоровья или внезапном несчастном случае, вызовут врача на дом или скорую помощь на место происшествия. Вам не кажется, что эта красивая заботливость есть ложь, скрывающая под собой совершенно иные цели? Это звучит очень нелепо, так как в большинстве своем в регионах России до сих пор нет газа и даже воды. Эти люди рисуют свои фантастические планы о высоких технологиях, в то время как не способны собрать свою отечественную машину, продав концерн «Лада» французам, в то время как ракеты у колонии РФ надувные, ничего не развивается, экономика просто отсутствует. Являясь сырьевым придатком Запада, эти не совсем адекватно оценивающие цеховики окружающий мир и ситуацию в целом на полном серьезе пишут эти планы. Подумайте сами в псевдостране, в которой за пределами МКАДа нет нормальных дорог и сущая нищета, которая скатилась ниже уровня дна и скоро его пробьет. Ну, пожалуй, продолжим изучать эти сочинения цеховой группы СС. Так вот, на основе данных об образе жизни и здоровье москвичей, полученных от датчиков, страховые компании будут вычислять размер страховых выплат, то есть система будет знать о вас все, все данные будут собираться в единую базу. Вам понравится такое? Для лечения когнитивных и других расстройств будут применяться нанороботы, устройства размером с клетку крови, функционирующие внутри тела человека. Какие нахрен нанороботы, вы не способны ничего производить уже десятилетия, разбазаривая земли русов, уничтожая народы Руси, штампуя ведра для россиян, которые вы называете автомобилями. Продолжим. Экзоскелеты, в том числе принимающие сигналы от мозга, помогут маломобильным москвичам ходить и заменят инвалидные кресла. Вы видели хоть раз, как выглядит экзоскелет и что это такое? Изначально военная разработка, позволяющая солдатам поднимать большой вес, усиливающая действие мышц. Технология была внедрена в гражданский оборот в развитых странах в обычном обиходе для граждан, которые имеют ряд проблем с аппаратно-двигательной системой. Можете ли вы себе представить бабулек с экзоскелетами, ходящими по вашим городам, абсолютно бесплатно, когда скрипцам везде нужно платить, выживая всю жизнь на таких подачках? На кого рассчитано это? Что изменилось за последние 20 лет? Сколько вам было обещано и переобещано обещать переобещанное? В то время как в Сингапуре давным-давно электрический транспорт, автомобили на воде и биотопливе. Нам нужно просыпаться и объединяться, вернуться к истокам Руси и создавать свою страну, восстановить утраченное, а не соглашаться с планами несчастного инструментария в виде цехового аппарата матрицы. Далее следуют пункты, описывающие, как будет уничтожаться образование на примере московского региона.
Основными направлениями МЭШ являются модернизация школьной инфраструктуры, автоматизация образовательного процесса и создание электронного образовательного контента. В создании контента МЭШ активно участвуют коммерческие компании. Внедрена грантовая модель поддержки бизнеса в качестве разработчиков цифровых уроков. Цифровые конструкторы, а не методики, разработанные на протяжении десятков лет лучшими российскими педагогами, являются основой для разработки образовательного контента столичными учителями. Электронные журналы и дневники, проект «Проход и питание» по электронной карте – это лишь малая часть того, что уготовано московским детям в подарок от властей. Не литература, история, домоводство, труд, а популяризация информатики, математики, технологических и естественно-научных дисциплин являются приоритетом образования детей из столицы РФИ. Значит, сторонники быстрой цифровизации говорят о том, что все, кто против, это просто замшелые старые люди, там, лудиты, которые не понимают технологии и так далее. Я вот разработчик искусственного интеллекта профессиональный и занимаюсь этим последние 35 лет, сделал довольно много всего, чем пользуются там миллионы людей, что такое искусственный интеллект, хорошо понимаю. У меня там есть несколько компаний, которые занимаются исключительно искусственным интеллектом. На самом острие мы, на самом деле, наша страна, в общем, довольно во многих областях этого искусственного интеллекта впереди мира всего. Вот, так вот, значит, вот как специалист по этому делу я вот что хочу сказать, значит. То, что сейчас рассказывала Анна, отличается одним интересным свойством. Там нет никаких аргументов. Нет не то, что исследований научных, которые говорили бы, что это нужно делать. Вообще нет никаких аргументов, кроме того, что давайте быстрее, это надо делать, весь мир делает, вот Всемирный банк и так далее. Не обосновывается, просто повышаются вот эти нормы санпинов, да, там и все остальное, внедряются. Я слышал несколько раз мысли такого рода, ну, чем в школе больше компьютеров, тем лучше. Почему? Никто не объясняет. На самом деле происходит довольно серьезные подмены понятий. Значит, во-первых, завладение технологиями, в том числе подростками, выдают просто умение нажимать кнопки на бытовой технике. Ну и вот эта история, значит, про то, что искусственный интеллект будет заменять учителя, я как профессионал скажу, что это просто туфта. Значит, никакой искусственный интеллект ничего подбирать не сможет. Люди, которые это продвигают, это маркетологи, это чиновники с гуманитарным образованием, это банкиры, которые ничего не знают про реальные технологии. Они, кроме всего прочего, обещают просто туфту. Эта штука не заработает, только она успеет разрушить традиционное образование. Я подозреваю, что вот эта цифровизация, это, конечно, судя по тому, кто ее раскручивает, а это... значит, гуманитарии и чиновники, это такой же пузырь, и довольно многое из этого через 3-4 года просто лопнет, и это все придется вычеркивать. Но пока они могут, значит, втаскивая это все в наше общее пространство, разрушить то, что уже есть, разломать. То есть, условно говоря, закупят очень много техники, на которой некому будет работать, и дети, которым эту технику сунут, испортят себе глаза и ничему не научатся. А потом они выпустят из школы идиотами. А уж потом кто-то сообразит, что это было зря. Про соцсети коротко. Пытаются втянуть детей в обучение в соцсетях. Уже начинают говорить, что мы будем контент в ТикТоке размещать. Это мы в прошлый раз здесь на этой же площадке говорили. Это абсолютный идиотизм, потому что соцсети – это принципиально акультурная среда. Там нет культуры. Там нет даже субкультур, на самом деле. Надо понимать. Она выжигает культуры. Туда втаскивать ничего нельзя. Более того, этот контент, конечно, некому делать. Он не будет заводной, вирусный, липкий и все такое. И поэтому это совершенно обреченная на неудачу задача. Ну, кто-то, вероятно, рассчитывает, что получит огромный заказ на это. Вот. Значит, про цифровые дневники, двойники и так далее, это отдельная тема. Это вот в Совете по правам человека мы только что проводили конференцию против... социальных рейтингов. Это цифровые двойники и так далее, это отдельная тема. Это вот в Совете по правам человека мы только что проводили конференцию против социальных рейтингов. Это вообще адское изобретение у китайцев, которые пытаются втянуть нам. Это отдельный разговор. Когда это пытаются применить к несовершеннолетним, это вообще преступление. Я считаю, что этих людей нужно просто выявлять, вытаскивать к позорному столбу, а может быть и судить тех, кто это пытается сделать с несовершеннолетним. Есть характерный пример, что было в Перми.
Я не знаю, чем это кончилось, я просил там... Убедительная просьба распространять данную информацию, чтобы люди знали, что нам уготовано российскими властями в недалеком будущем, ведь после московского региона подобные программы начнут внедрять повсеместно. Если вы не будете сопротивляться, то эти существа реализуют свои тварные планы по затвариванию людей. Сопротивляйтесь и ничего не бойтесь. Фильмы создаются своим трудом и личным временем для вас. Если можете помочь нашему каналу, то вот реквизиты. Впереди будет очень много важного и интересного, доксериал «Осознай матрицу реальности» и другие отдельные выпуски, как этот. Занимайтесь спортом, делайте добрые дела, живите по совести, любите и будьте бескорыстными. Этот этап сценария жизни – наше испытание на человечность. Также хочу рассказать о замечательных каналах о видеомонтаже, моушен и 3D-графике. Канал Tutor CG – крутой канал, где вам расскажут о множестве программ, плагинов, все по полочкам. Автор имеет свой сайт и очень отзывчивый человек. Канал RecFocus – замечательного блогера из Санкт-Петербурга, видеоуроки о видеомонтаже и моушен-графике и не только. Канал Василий Кубасов – видеоуроки по компьютерной графике, созданию анимаций, просто и понятно. Канал «Будильник кому не все равно» о здоровом образе жизни, расследование постановок, обозреватель и интеллигентный блогер Вильгельм Варкентин. Канал «Аиша» – информационный канал, обозревающий события в мире, с нашей соратницей родом из России, живущей в Англии. Все ссылки в описании. Также у нас есть наш телеграм-чат, где вы можете общаться и объединяться. Группа ВКонтакте, канал в ТикТок и второй канал на Ютубе. Увидимся, друже! Подписывайтесь на наш творческий музыкальный канал DJ Comarex, на котором вы найдете музыкальные треки разных направлений, созданные автором канала Wake Up Druzhy Сергеем Ариевым.